серверная материнская плата Asus WSX 299 Pro создана быть фундаментом производительных графических станций. Плата поставляется в фирменной картонной упаковке и комплектуется набором SATA кабелей, адаптерами для слай-мостов и видеокарт NVIDIA, а также внешним кулером, планкой USB и управляющим кабелем светодиодной подсветки. Системная плата Asus WSX 299 Pro относится к верхней линейке серверных решений компании для высокопроизводительных рабочих станций с упором на графику. Плата выполнена в форм-факторе ATX габаритами 30 на 24 см и подойдет для установки в классические корпуса Tower. Устройство построено на базе системной логики Intel X299 и оснащено процессорным гнездом Socket 2066 для процессоров Intel Core X-серии и соответствующих чипов Intel Xeon. По бокам от процессора разнесен массив из 8 слотов под оперативную память DDR4 с суммарным объемом до 256 ГБ. Отличительной чертой материнской платы Asus WSX 299 Pro является внимание к системе пассивного охлаждения дросселей и силовых компонентов подсистемы питания. Также радиаторами оснащены 2 слота под твердотельные SSD-накопители формата M.2. Еще на плате предусмотрен разъем U2 на 4 линии и 6 выходов под SATA-диски с управлением RAID-массивом средствами Rapid Storage у 6-ядерных процессоров. Вместо встроенной графики тут предусмотрено 4 полноценных гнезда PCI-Express 3-го поколения на 16 линий, поддерживающих различные конфигурации на несколько видеокарт. Также на борту имеется укороченный разъем PCI на 4 линии и встроенный звук на базе кодека Realtek 1220A. По периметру платы можно встретить различные интерфейсы подключения фронтальных планок и управления светодиодной подсветкой корпуса. На заднюю стенку вынесены 4 медленных и 4 быстрых USB версии 3.1, плюс еще 2 быстрых USB скоростью до 10 гигабит в секунду. Имеется колодка аудиовыходов с оптикой и пара гигабитных сетевых гнезда Ethernet.